Карельские следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата ЗАГС Собрания Республики и его сына, подозреваемых в совершении коррупционного преступления. Оба были задержаны накануне. Как сообщил нашему телеканалу источник, речь идет о председателе парламентского комитета по бюджету и налогам Виталии Красулине и его сыне. По данным Карельского следкома, их подозревают в даче взятки в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дома у подозреваемых прошли обыски. Позже в группе законодательного собрания в соцсети ВКонтакте прокомментировали ситуацию по факту возбуждения уголовного дела. Правовую оценку действиям председателя комитета по бюджету и налогам Виталия Красулина дадут правоохранительные органы. В то же время отметим, что задержание и возбуждение уголовного дела в отношении депутата не повлияет на работу комитета. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Республики Карелия за 2023 год и заседание комитета по бюджету и налогам, запланированные на 11 июня, проведет заместитель председателя комитета Ирина Кузичева.